Елагин пруд. Это живописное место пользуется популярностью у рыбаков и просто любителей провести время на природе. Но, к сожалению, некоторые люди не спешат убирать за собой мусор после отдыха на свежем воздухе. Эти пакеты полностью забиты мусором. Бумага, пластик, стекло. Еще недавно все отходы были разбросаны по территории. На уборку вышли сотни неравнодушных людей. Вооружились перчатками и пакетами не только жители краевой столицы, но и сотрудники городской администрации, депутаты, общественники. Уборка осуществляется как в городских лесах, лесопосадках, прилегающих территории учреждений образования, культуры, также прилегающих территории предприятий и организаций. Особое внимание уделено, значит, дорожной части, прибордюрная часть, очистка ведется, покраска дорожных ограждений, покос травы осуществляется. Ну и также по объектам озеленения наш МУП «Горзеленстрой» работает. Дмитрий не впервые принимает участие в подобных акциях. Считает, что следить за чистотой населенного пункта, в котором живешь, обязанность каждого. Устроили просто свалку самостоятельную. Мы пришли, да, кошмар творится, как бы на таких улицах не центральных города, а вот на незнакомых улицах вот действительно творится кошмар. Мы вот вышли, убрали. На помощь активистам прибыла и техника. Всего в субботнике задействовали более 70 единиц уборочных машин. Самосвалы, погрузчики, тракторы. Всех участников санитарного дня обеспечили необходимым инвентарем. Благодаря усилиям собравшихся удалось очистить 25 гектаров территории. На полигон рекоператора отправили более 1000 кубометров мусора. Каждый должен в первую очередь думать о том, то есть, что мы живем в этом городе, в чистом городе, в зеленом городе, одним из самых благоустроенных городов России. Это уже дает определенный статус этого города, и хотим, чтобы житель каждый не только как бы этой придерживался нормы, но и как бы следил за чистотой вплоть до прилегающей своей территории, даже того же домовладения. Не ленятся доносить мусор до бака. Екатерина Сегидай, Владимир Ходарев, Ставропольское телевидение.